Я искренне рад, что переименовали сквер перед университетом Сухомлинского. Вот, и большое спасибо уважаемому депутату за эту помощь. Но вопрос заключается в следующем. А когда с этого сквера уберут эти ганделоки, которые отравляют студентов алкогольными напитками, и более 10 лет, и университеты, многие депутаты с этим борются. Может быть, это был такой ход для того, чтобы поменять название, теперь им надо менять документы на оформление своих ганделоков, и тогда их будут, они вынуждены будут закрыть. Это гениально. Но на самом-то деле, помогите еще в этом вопросе, потому что можно менять название, можно менять символику, а отравлять наш народ можно или нельзя?